Всем привет! Сегодня мы свяжем валентинку. Для вязания сердечка я буду использовать вот такую пряжу. Это дешевый акрил, который продается без этикетки. Для глазок у меня такой хлопок белый, для зрачка ирис и для носика тоже ирис. А сердечко я буду вязать крючком 3,5. Глазки я буду вязать вот таким маленьким совершенно крючком. Самый маленький, какой у меня есть, к сожалению, он без номера. Также потребуются ножницы, наполнитель синтепон или холофайбер на ваше усмотрение и также иголочка. На этом все, давайте приступим к работе. Начинаем вязание с кольцами гуруми. Кончик ниточки кладем по направлению к себе и делаем вот такой перекрест вокруг указательного пальца. Крючок заводим вот сюда, захватываем рабочую нить, выводим, образуется петелька. Мы ее провязываем. Это фиксирующая петля, можно отпустить. И теперь вяжем первый ряд в кольцо, 6 столбиков без накида. Крючок заводим в колечко, захватываем рабочую нить, выводим 2 петельки на крючке, провязываем вместе. Простые столбики без накида. Второй столбик провязали, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем за кончик. Дальше вяжем второй ряд. Вязание у нас по спирали, без петель подъема, то есть мы сразу крючок вводим нашу петельку за обе стеночки и провязываем столбик без накида, один. И сюда же, в эту же петлю, провязываем второй. То есть второй ряд у нас состоит из одних прибавок. Было 6 столбиков, соответственно 6 прибавок. Это 12 столбиков без накида получается. 2 столбика я уже провязала, дальше вяжем и считаем. Следующую петельку также 2 вяжем. 1 и 2. Это уже 4. Дальше. 5, сюда же 6, следующую 7, 8, 9, 10 и 11, и сюда же 12. И теперь провяжем третий ряд самостоятельно, потому что у нас третий ряд столбик столбик вяжется, то есть 12 столбиков у нас также и остается. Тут все очень просто, просто вяжем, и если маркер вы не ставите, считаем обязательно. 1, 2, 3 и так далее до 12. Давайте довяжем. Мы довязали, вот такая деталь получилась. В конце мы не делаем соединительного столбика. Провязываем последний столбик, то есть обрезаем ниточку и вытягиваем ее. Теперь вяжем точно такую же деталь, я уже связала, вот она. Ниточку, естественно, не обрезаем, потому что мы будем соединять две эти детали вместе. Как я это делаю? Я крючок завожу вот сюда, в последний столбик нашей первой детальки, захватываю эту ниточку рабочую, вывожу 2 петельки на крючке, провязываю вместе. То есть я объединила наши две детали обычным столбиком без накида. Здесь я вот так подтягиваю, и эту ниточку я буду ввязывать. Все, теперь я делаю обвязку вот этой первой детали. В каждый столбик я провязываю по столбику без накида. И вот ниточку вместе тоже. Просто прикладываю ниточку и провязываю. И вот так по кругу я делаю обвязку, то есть я не считаю вообще количество петель,
Давайте дойдем вот сюда и дальше вместе продолжим. Вот мы обвязали одну деталь. Теперь мы просто переходим на вторую деталь и также обвязываем столбиками без накида. Вот вводим крючочек сюда. Делаем столбик без накида. И дальше так обвязываем. Обвязываем полностью здесь, здесь, идем по этой стороне, продолжаем обвязку и встретимся вот здесь. Здесь по бокам мы будем начинать делать убавки. Давайте вот тут столбик, столбик провяжем, тут, тут и тут до этого момента. Дошли. Вот я просто определяю на глаз, что это боковая часть, ну так вот. Приблизительно, да, сложила деталь, вот боковая часть у нас. И здесь мы делаем убавку. Делаю незаметные убавки, то есть ввожу крючок за переднюю стеночку одной петельки и сразу за переднюю стеночку следующей петли. Провязываю их вместе. Две петельки на крючке провязываю вместе. Это незаметная убавка. Дальше я продолжаю делать столбики без накида. Вяжу здесь, здесь. Дохожу уже до боковой части вот на этой детали и также делаю убавку. Давайте дойдем до сюда, еще раз покажу убавочку. Провяжем убавку теперь на этой стороне. Завожу крючок за переднюю стеночку одной петли и за переднюю стеночку следующей петельки. Провязываю их вместе и две петли на крючке провязываю вместе. Дальше столбики без накида пошли. И дальше так мы будем вязать, то есть по такому принципу. То есть сейчас вот так вяжем столбики без накида, доходим здесь приблизительно на глаз. Вот здесь я, да, сделаю убавку. Дальше вяжем по кругу и по краям этих половинок делаем убавки. Так вяжем несколько рядов. Давайте самостоятельно довяжем. Вот что у меня получается. Смотрите, вот объединяющий ряд у нас, да, и после объединяющего ряда получается, я провязала 1, 2, 3, 4, 4 ряда. Но это не очень принципиально, то есть тут сколько мы будем так вязать, такая как бы длина будет. Я тут все делаю на глаз. То есть сейчас я уже буду делать одни убавки. Вот дошла до боковой части, и вот здесь я делаю убавку. И дальше получается все убавки. И так вяжем до конца. То есть сейчас у нас будет такое активное идти сужение. Таким образом у нас образуется кончик, сердечко нашего. Все, давайте сами довяжем. Тут все просто. А, и да, и на этом этапе я уже начала набивать синтепоном. Набила вот эти части плотненько так. Сейчас буду провязывать, когда останется небольшое отверстие, я еще наполню наполнителем. Я делаю убавки, пока это удобно. Вот делаю последнюю, ввела уже крючок и провяжу ее немножко по-другому. Я сразу через все петельки выведу ниточку. Все, обрезаю, вытягиваю кончик и заправляю сюда вязание. Такое сердечко у нас получается. Форму поправим. И готово. Итак, вяжем глазки, делаем кольцо амигуруми. Кончик ниточки кладем по направлению к себе. Делаем вот такой перекрест вокруг указательного пальца. Заводим крючок вот сюда. Захватываем рабочую нить.
Выводим, у нас образуется петелька, мы ее провязываем. Теперь в кольцо, так можно подтянуть чуть-чуть для удобства, в кольцо вяжем первый ряд, 6 столбиков без накида. То есть мы заводим крючок в кольцо, захватываем рабочую нить, выводим, 2 петельки на крючке, провязываем вместе. Раз столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваю кольцо, потянул за кончик. Такая плотная вязка у нас получается здесь. То, что нам и нужно, чтобы не было дырочек. Так, вяжем второй ряд без петель подъема. Сразу вводим крючок в нашу петельку за обе стеночки петли и провязываем один столбик без накида и сюда же второй. То есть во втором ряду мы делаем 6 прибавок. Соответственно, у нас получится 12 столбиков без накида. Маркер я не буду ставить, буду считать. Так, 2 я уже провязала, 3, 4 сюда же, далее 5, 6, 7, 8. Девять, 10 и 11, 12. Готово. Вяжем следующий ряд, третий ряд. Мы провязываем столбик без накида, потом делаем прибавку и так чередуем. В конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Раз столбик. В следующую петельку мы вяжем прибавку, то есть 2 столбика в одну петлю. Это уже 3 провязанных столбика. Дальше одиночный, прибавка. Это 6, одиночный, прибавка. Это 9, одиночный, прибавка, 12, одиночный, прибавка, это 15, и остается одиночный и прибавка, это будет 18. Теперь смотрите, как я заканчиваю. Я делаю следующую петельку соединительный столбик, то есть сразу рабочую нить вывожу нашу петлю, обрезаю ниточку, вытягиваю ее. И теперь смотрите, мне нравится, как выглядит изнаночная сторона, то есть изнаночную сторону я сделаю лицевой, поэтому ниточку от кольца амигуруми я вывожу на вот эту сторону, на другую. Так, потом мы еще ее затянем. А вот эту нить я спрячу вот, вот таким образом. Передняя стеночка. Завела крючок за переднюю стеночку. И сюда ее вывожу. Вот так. Подтягиваю, все. Готова наша деталь. Так, как бы кольцо стянуть. Все, затянули колечко. Видите, дырочки нет. И сейчас я вот с этими ниточками сделаю узелочек. Сделаю один узелочек, чтобы все-таки деталь была плоская. Вот. Потом перед самим приклеиванием я обрежу ниточки, сразу нанесу сюда клей и приклею. Так,
Этот глазик готов. Второй глазик я связала по такому же принципу, только на один ряд меньше. То есть первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо, второй ряд 12 столбиков без накида. Зрачки вяжутся очень просто, тоже я не буду показывать. Мы делаем в кольцо 6 столбиков без накида, потом соединительный столбик и выводим ниточку на изнаночную сторону. Так же, как я делала здесь, вот только здесь у меня будет, ну, лицевая сторона, как она есть, так я и оставлю. Все это будет смотреться вот так. Ниточки, как я уже говорила, я буду обрезать перед приклеиванием. И вот эти зрачки я вязала в две нити, как вы видите, потому что они у меня совсем тоненькие вот такие. Это ниточка ирис. Так, все, давайте я за кадром все сделаю. Вот так глазки у меня будут располагаться. Здесь половинка сердечка побольше, чем это, поэтому вот этот глазик больше будет здесь находиться. Вот так это будет смотреться все. Бровки и улыбку я буду вышивать вот этой ниточкой, то есть одной ниточкой, да. И ирис, вот такой цвет нежно-розовый, сделаю носик. Вот что в итоге у меня получилось. Такая подвеска валентинка. Замечательный подарок на 14 февраля. Я уверена, понравится и ребенку, и взрослому. И на этом у меня все. Спасибо, что вязали со мной. До новых встреч. Пока-пока.